Друзья, всем привет, это Андрей, канал Кустарика.ру. Сегодня хочу немножко еще раз порассуждать о ценах в Коста-Рике на продукты. Сейчас я приехал на итальянскую фабрику, такая маленькая небольшая фабрика, которая принадлежит итальянской семье. Находится она недалеко от нашего дома, примерно в 10 минутах езды. Здесь на территории сама фабрика располагается, и вот я сейчас снимаю маленький магазинчик. Он прям четко перед вами. Отсюда, конечно, не видно вход. Ну, маленький, очень аккуратненький, и там продается то, что привычно для итальянцев. Там, естественно, паста, сыры и так далее. Ну, естественно, вино, какие-то привычные продукты. Вот, а я сегодня приехал за творогом. Творог здесь очень дешевый. Вот, мне вынесли только что три упаковки творога. Называется Кесо Бланко Рикотта. И вот эти вот 3 килограмма стоят 6700 колон. Это примерно около 7000 рублей. То есть вот 3 килограмма творога, без всяких примесей, без всякой химии, прямо с фабрики. 7000 рублей. Поделите на 3 и получите стоимость килограмма. Дорого это или недорого, это судите сами. Вот, но я считаю, что это недорого. Тем более, что я знаю, что это очень качественный творог, очень вкусный. Вот. Надеюсь, что вам эта информация поможет. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. На этом все. Всем пока!